Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області. Його називають третім за потужністю в Росії. Переробка 17 мільйонів тонн на рік. Пане Романе, сьогодні 27 жовтня. Наших глядачів попрошу, як завжди, традиційно поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати і написати, в якому регіоні, звідки ви нас дивитесь. Пане Романе, довго не було ударів по НПЗ. Відразу скажу, що місцева влада каже, що абсолютно фейк. Це якісь там загоряння традиційні. Хоча місцеві кажуть, що чули звуки безпілотників. Ну і бачимо кадри здалеку, ракурс, що таки горить. Ну, если это удар наших беспилотников по НПЗ, то что-то в лесу сдохло конкретное. Или в лесу, или на Банковой. Такое что-то большое, конкретное сдохло. И после этого начали работать по НПЗ. Пока вот не подтвержденные реально данные. То есть, я думаю, в течение суток это будет понятно. Но хотелось бы верить о том, что вскрыли этот нарыв, который не давал нам возможность работать по нефтеперерабатывающим заводам. Если этого не случилось, это действительно там, ну, фейк, не фейк, по крайней мере, не атака как таковая, то хотелось бы в конце концов увидеть удары наших беспилотников, которых по заявленным данным должны быть уже миллиарды, как миллиарды деревьев, так вот это же миллиарды должны быть беспилотников, чтобы хотя бы по одному НПЗ они отработали, не только по нефтеперерабатывающим заводам, а еще и по системам переброски нефти, то есть по тем же новороссийскому терминалу, то есть много есть еще мест, где российская экономика военная качает на себя доллары, нефтедоллары так называемые. И один из механизмов, то есть это уничтожение самих терминалов, ну и, конечно, нефтеперерабатывающих заводов, плюсом к этому и систему энергогенерации. Посмотрите, что они в Сумах сделали. То есть они конкретно бьют по нашим энергоподстанциям. Сумы выключены сейчас от электроэнергии, потому что, ну, обесточены, потому что россияне продолжают бить по нашим и генерации, и по нашим передающим станциям. А мы почему-то этого не делаем. Вот интересно, кто это придумал? Кто это на Банковой придумал? Дали команду военным и нашим спецслужбам о том, чтобы, что они, оказывается, где-то, когда-то уже с россиянами договорились. Кто договаривался, о чем договаривались, почему те, кто договаривался по 119 статье, сейчас не сидят и не отвечают в СИЗО следователям за госизмену. И получается, мы по россиянам никак не работаем, хотя у нас, еще раз повторюсь, по сведениям уже миллиарды беспилотников есть, уже тонны, вернее, там тысячи поляныц и миллионы громов. Мы же только это слышим, анонсики эти, в конце концов россияне работают по нашим энергообъектам. Сумы сидят без электричества. И еще и хвастаются этим. Они там ввели сейчас, подключили Старлинки к беспилотникам, к тем же шахедам. Уже управляют напрямую. То есть они выходят конкретно, причем видеоряд уже есть, это все показывают. И по большому счету россияне не знают о том, что у нас на Банковой кто-то договорился не бить по энергообъекту. Вот на Банковой договорились, а в Москве, оказывается, об этом просто не знают. С кем Банковая договаривается, в каком измерении они там живут, то есть с какими-то инопланетянами договариваются, а инопланетяне россиянам не передают. Поменьше планов надо это самое потреблять и производить. Вот если уменьшат потребление планов вот этих всяких, что они там придумывают, или колумбийских, или еще там мира, победы внутреннего, вот их тогда попустят в этом смысле. Хотя бы на Москву передайте. Пане Романе, окрім цього, також за вчора, а точніше за останні 24 години, окупанти, росіяни втратили аж два гелікоптери. В першу чергу це в районі Керченського мосту, Керченського заливу, було ліквідовано, знищено. От бачимо, пишуть росіяни, що потерпів катастрофу вертольот К-52. Наразі невідомо, що трапилося. Спочатку казали, що це К-52, потім, що це К-27. Потім знову казали, що К-52, ну, але сам факт того, що в районі Керчі не стало їхнього гелікоптера, якщо це К-52, це він елітний, так, то це є факт. Наверное, К-28, он примерно похож издалека, не это соосные винты, и у того, и у другого, оба боевые, то есть К-28, он морской, это морская авиация, так называемая, в основном противокорабельная,
машина, а К-52 это тот вертолет, убийца танков, так называемый. То есть, в принципе, неплохие машины обе, если даже одна из них отминусовалась, это для нас, неважно по какой причине, для нас это довольно-таки хороший знак. Ну, если не сами туда достаем, то хотя бы небесная канцелярия, скорее всего, как-то участвует в этом вопросе. Окрім цього, пане Романе, в Кіровській області був самознищився, скажімо так, Мі-2. От, власне, в суботу заявили про те, що він розбився, весь екіпаж, 4 особи також задвухсотились. Сложно, взагалі-то, на цьому вертольоті попасть в катастрофу. Він правильно, він старенький, це поляки його робили в своє время. Неплохая машина, сам на нем переучивался с истребителей на вертолеты. Мы в Конотопе в 95-м с Л-39 как раз через Ми-2. Сначала на Ми-2 вылетели, а потом кто на Ми-8, мы на Ми-24 моя эскадрилья переучивалась. Хороший вертолет, тихоход с одной стороны, но надежный. То есть на нем именно попасть в катастрофу, но надо еще уметь это в нее влететь, по крайней мере. Я так думаю, что проблема с обученностью экипажей. На данный момент у россиян уже начинается такая недостаток профессионалов-пилотов. Профи на войне погибли, называется, а желторотики, которые пытаются выполнять боевые задачи, иногда даже Ми-2 загоняют в катастрофу. Пане Романе, згадаємо нічну атаку Сил оборони Ізраїлю по військовій інфраструктурі Ірану в ніч на 27 жовтня. Чому це важливо? Тому що з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет, а також їхня інфраструктура виробництва безпілотників. Що балістика, що безпілотники присутні на війні Росії в Україні. Очень грамотно в этом смысле поступил Израиль. То есть они сразу начали уничтожать производство. Ну, у них есть такие механизмы, у них нет ограничений, как у нас, по дальним средствам удара, и нет ограничений по работе там, по сопредельному или там, далекому государству в этом смысле. И они его выполнили. То есть задача действительно грамотно поставленная, авиация выполнила эту задачу. Уничтожили не только производство самих, ну, не все, по крайней мере, но одни из ключевых моментов, то есть били тоже по реперным точкам таким, которые, если выведешь из строя, то очень долго придется его восстанавливать. По производству беспилотников, по производству ракет, в основном баллистических, и самое главное, они ударили по производству топлива для двигателей ракет, твердотопа так называемого. Там довольно-таки сложные аппараты, которые выполняют эти задачи, типа центрифуг. И вот был удар именно по ним нанесен, то есть хорошие специалисты обозначали целеуказания, ну а дальше выполнение задачи практически на отлично. Летчики тут вопросов нет, молодцы.